Пересадка сердца. От показаний до операции. Герман С., 50 лет. В 1979 году перенес тяжелый инфаркт миокарда, в исходе которого сформировалась неоперабельная аневризма левого желудочка. До 1983 года развивается прогрессирующая сердечная недостаточность четвертой степени. В июле 1983 года осуществлена пересадка сердца в клинике Кроссхаген в Мюнхене. В течение последних 5 лет я переношу полную нагрузку, выполняю ту же работу, что и раньше, занимаюсь спортом. Согласился бы на повторную пересадку. У пациента перед операцией были симптомы, характерные для терминальной стадии сердечной недостаточности. Выраженные отеки, одышка, нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии даже в покое. Если консервативная терапия оказывается неэффективной, то в исключительных случаях появляется необходимость пересадки органа. Естественно, для пересадки сердца существуют показания не только в виде выраженных изменений коронарных артерий, как у пациента, которого вы видели. У него обычное хирургическое лечение уже неэффективно. В первую очередь, это больные с дилатационной кардиомиопатией, составляющие почти 40% всех пациентов. В эти две основные группы показаний входит более 90% пациентов, у которых может быть поставлен вопрос о трансплантации сердца. Наряду с этим имеются ряд редких заболеваний сердца, при которых пересадка сердца может стать необходимой. К ним относятся врожденные приобретенные пороки сердца, злокачественные нарушения сердечного ритма, опухоли сердца. Конечно, не все эти пациенты должны быть обязательно кандидатами на пересадку сердца. К абсолютным противопоказаниям относятся возраст старше 60 лет, легочная гипертензия, необратимая потеря интереса к жизни, плохое согласование с иммуносупрессивной терапией, а также остающееся злоупотребление алкоголем и наркотиками. Относительными противопоказаниями являются инсулинозависимый диабет, почечная недостаточность, требующая гемодиализа. Не должно предшествовать никакого лечения злокачественных опухолей, не должно быть никаких системных заболеваний. Для исключения этих противопоказаний наряду с тщательным клиническим исследованием проводится подробный сбор социального и медицинского анамнеза, а также глубокое серологическое лабораторное исследование. Первое место здесь занимают показатели деятельности печени, почек, а также содержание сахара в крови. Бактериологические и вирусологические анализы исключают латентные инфекции, которые могут манифестироваться при иммуносупрессивной терапии. Кроме того, необходимы следующие диагностические мероприятия, чтобы до операции получить представление о функции сердца и легких у реципиента. На первом месте здесь обязательная катетеризация сердца. После пункции бедренной вены проводится катетер по проволоке проводнику в правое предсердие и оттуда через правый желудочек в легочную артерию. Четко видно, как катетер по проволоке проводнику располагается в просвете легочной артерии. Затем определяется сопротивление легочных сосудов. Повышенное сопротивление легочных сосудов может быть непреодолимым для нормального сердца донора. Таким образом, это является еще одним противопоказанием к пересадке сердца. Затем гибким биопсийным зажимом берется проба ткани миокарда из правого желудочка. Под контролем рентгена может быть определено точное место забора биопсии. Последующее гистологическое исследование биоптата дает представление об этиологии и стадии заболевания. У этой пациентки не видно каких-либо патологических изменений в мышце сердца. Затем контрастируются сосуды и внутренние полости сердца. Это позволяет определить протяженность и расположение стенозов в коронарных артериях, а также оценить сократительную функцию сердца.
В этом случае видно полное и быстрое изгнание контраста из полости левого желудочка. По сравнению с этим контрастирование сердца пораженного кардиодилатационной кардиомиопатией показывает резко замедленное неполное изгнание контрастного вещества. Только после полного сбора анамнестических данных и результатов катетеризации сердца может быть поставлено показание к пересадке сердца, и только тогда у этих пациентов появляется шанс на реабилитацию. Если после специализированного кардиологического врачебного исследования определяется неэффективность любого консервативного лечения, следует направление к кардиохирургу. До января 1988 года в клинику в городе Мюнхен было направлено 285 пациентов для решения вопроса о возможной пересадке сердца. Из них лишь 194 пациента были внесены в список ожидания после окончания исследования. 62 пациента из 194, включенных в список ожиданий, умерли, прежде чем был найден подходящий донорский орган. С 1981 года 93 пациента получили новое сердце, 39 находятся в списке ожидания. В Северной Германии один пациент после тяжелой дорожной травмы поступил в отделение интенсивной терапии больницы. Интенсивные лечебные мероприятия в значительной степени стабилизировали дыхание и кровообращение жертвы несчастного случая. В последующем появились признаки мозговой смерти. Лечащие врачи думают о возможности донорства органов. Мозговая смерть должна быть подтверждена по меньшей мере двумя независимыми невропатологами. Наряду с полным отсутствием спонтанного дыхания на ЭКГ не должно быть никаких признаков электрической активности головного мозга. Центральные рефлексы должны отсутствовать. К ним относятся глотательный и кашлевой рефлекс, зрачковые рефлексы, невозможность вызвать термический нистагм. Наконец, мозговая смерть сопровождается выключением всех центральных регуляторных механизмов, как, например, кривая температуры и уровень кортизона в крови. После того, как принято решение к донорству органа, лечащий врач информирует центр трансплантации в городе Лейден в Южной Голландии. У нас есть мультиорганный донор. Это мужчина 23 лет, рост 175 сантиметров, вес 70 килограмм, группа крови 0 резус положительная, причина смерти – черепно-мозговая травма. Имеется ли согласие на донорство органов? Да, имеется согласие на донорство всех органов, включая сердце. И наша диагностика завершена. Пациент находится 2 дня в отделении интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких. Центральное венозное давление. Центральное венозное давление 5 см водного столба. Повреждений грудной клетки нет. На ЭКГ синусовый ритм совершенно нормальный, без нарушений. Уточняется место расположения ближайшего аэродрома. Здесь при евротрансплантации в Лейдене имеются анонимно все данные пациентов, которые ожидают органы подключенных в клиниках трансплантации. Компьютер сравнивает только что полученные данные органов донора с данными пациентов, состоящих в списке ожидания, и выбирает наиболее подходящего реципиента. При трансплантации сердца должны подходить как антигены группы крови, так и рост и вес тела и реципиента. В настоящее время в ФРГ трансплантацию сердца выполняют 12 центров трансплантации. Все центры подключены к евротрансплантату. В данном случае подходящий реципиент был найден в городе Мюнхене. Наши пациенты в некоторых случаях вынуждены долго ждать, поэтому не всегда можно сказать, что ему еще можно пересадить сердце, поскольку за это время у реципиента может развиться инфекция, произойти эмболия легочной артерии, либо он вновь декомпенсируется. Только после того, как это можно исключить, мы обращаемся в больницу донора и координируем расписание времени с участниками бригады забора и трансплантации органов.
Далее решается вопрос транспортировки. Для быстрой транспортировки используется вертолет. И когда так называемая перекрестная лимфоцитарная проба отрицательна, мы начинаем соревнование со временем, поскольку на пересадку органа нам отпущено только 4 часа. Перекрестная лимфоцитарная проба выполняется в одной из лабораторий, подключенных к Евротрансплант, так как во всех этих лабораториях имеются сыворотки всех пациентов, состоящих в списке в городе Лайдне. На территории ФРГ расположен 42 таких лабораторий. В один из таких институтов посылается кровь донора для перекрестной пробы. Здесь исследуется сыворотка реципиента на преформированные антитела против лимфоцитов донора. Для этого сыворотка выбранного реципиента пипетируется на дырчатую пластинку. Затем к ней примешивают взвесь лимфоцитов, полученную из крови донора. Через 2 часа пластинка подается для исследования под микроскопом. Если в сыворотке реципиента имеются антитела против клеточных антигенов донора, то они вызовут лизис лимфоцитов донора. Наличие таких антител позволит предположить, что сердце, которое может быть оторвано реципиентом, и таким образом трансплантировать сердце нельзя. Проба отрицательна. Сердце может быть трансплантировано. Только после этого заключительного сообщения бригада трансплантологов выезжает в больницу донора для забора органа. Одновременно в центре трансплантации реципиента готовят к операции. Пересадка сердца от показаний до операции. Герман С., 50 лет. В 1979 году перенес тяжелый инфаркт миокарда, в исходе которого сформировалась неоперабельная аневризма левого желудочка. До 1983 года развивается прогрессирующая сердечная недостаточность 4-й степени. В июле 1983 года